Кажется, что Пепе Пепе пугает елочку. Вот это да. Вот это хамство в чужом доме. нет, это просто это. Потому что он Даудори Пепечка. Даудори смелый, да? Да, он мужик. Офигеть. Пепе. Он хочет сравняться с ним по размеру. Шарик такой же превратится. Елочка. Елочке пофиг. А Пепе? Пепе понизит. Уже снимаем. Так, ты тут не надо. Пепе сам справляется. Пепе пугает елочку. Елочка. Пепе. Ёль, да, он тебя пугает. Это какой же надо иметь хамство, чтобы в чужом доме пугать елочку? Он сейчас размером с любого как раз стал. Не. Он хочет казаться больше, чтобы она думала, что не может его проглотить. Его психологический размер сейчас елку. Да больше. Елка вот вами интересуется. А Пепечка. Обрати на меня внимание, ты. Я сейчас буду. Она поближе поднести. Вот это шар. На фоне света из окна он почему-то не фокусируется. У меня, кстати, тоже достаточно мутная съемка, но суть происходящего ясна. Он так переваливается с одной ноги на другую, я чувствую. Танец войны. А и поближе ты его не хочешь? 50% Battle Trans. Чтобы его елку увидела. Ну, естественно, сейчас она его увидит. Она уже смотрит укоризненно очень. Она вообще непонятно, куда смотрит. Сейчас, мне кажется, капать начнет на пол. Ёла зависла. Ёла зависла, да. Это очень маленькая, большая сова. Пеп.